Охренеть! Он мертв! Вот чему учат в армии. За мной. Джей, ты как? Да, я в норме. Пошли. Еще ниже. Чушь! Верно. Чего мне врать? Безумие. Ты ведешь себя как болван. Он торчок. Родители у него богатые. Боже. Мы получим за него больше денег, чем за остальных. Бутыль хорошего пойла, ты получаешь все больше моего уважения. Уважаю. Бери шмотки и карту. И телефон тоже. На связи. Эй, кто это? Идем дальше. Нам нужно убрать его с пути. Брось камень туда. Ладно. Цыц. Что за? Что есть. Это? Идем. Хорошо. Я иду. А, черт, чувак. Кто это? Марк. Черт, Грант. Да какого хуя? Боже, я не смогу, Грант! Джей, слушай. Мне не найти Лизу и Райли, и других без тебя. Соберись. Ладно? Вчера я... Ладно, извини. Серьезно? Я смеялся. Вы плакали, еще плакали. Мне вся жизнь. О, Боже, было... как же их много. О, черт! Ребята, это тут псих! Хоп, и все, уже проехали. Вчера мы получили звонок. Слышим голоса, думаем, конец нам. А тут она заходит еще с парой подруг. Быстро! Всю ночь прячься в кусты. Да. Самое лучшее мое посещение. Видишь эту пушку? Моя любимая. Кошмар. Когда предохранитель снят, нам нужно обойти шмар. Брось камень туда. Если у тебя есть эта пушка, можешь приставить ее к чьей-нибудь голове и... Все. Пошли. Ладно. Работать для меня сплошная выгода. Нет, ничего. Хорошего. Мне нужно оружие. Все больше моего. Вы где? Я не опасен. Нет, прошу! Я не опасен. Нет, прошу! Где мы? Не надо было прыгать наугад. Я обещал отцу, что пригляжу за вами.
Тут есть где Релли? Мы с тобой найдем его и освободим остальных, а потом домой. Нет! Не умирай, Грант! Опускаешь меня? Прошу, не умирай! Держись, Грант, держись! Нет, нет, нет! Джайсон! Грант! Грант! Не, респект тебе! Даю 30 секунд. Если не джунгли тебя сожрут, то я. Ты, бля, оглох! Давай уёбывай, сука, беги! Беги, Форест! Беги! Беги, Форест! Беги! Блять! Блять! Они! Твою мать! Гони его! Я должен найти Райли и остальных. Пусть они будут живы.